Всем привет! Сегодня буду украшать торт для девушки на 18 лет. Украшать буду по фото заказчицы. Украшение, в общем-то, несложное, но я такое еще не делала, поэтому надеюсь, что все получится. Делать буду с силуэтом девушки. И вот здесь я приклеила ленточку. Мне его нужно поставить. Взяла насадку номер 70 листик. Крем окрашивала, краситель Color Gel, цвет пурпурный. И буду делать такой летящий шлейф. Развела водой этот же краситель и сейчас немного окрашу. Добавлю кондитерские посыпки. Сейчас добавлю надпись. Буквы делала вот в таком силиконовом молде. Мастику окрашивала тем же красителем. И сверху буквы покрыла золотым кондурином. Сухой кисточкой покрывала. Вот так я поставила надпись. И добавлю вот такое золото. Сусальное золото называется. Ну вот такой получился тортик. И на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!